Знаете, мы за последние 20 лет как раз наиздавали такое количество приказов, указов и законов, очень часто противоречащих логике или друг другу, что, думаю, ничего не изменится. Эти ребята это уже доказали. Вопрос в другом, по поводу ревизии. Конституция – вещь теоретическая, там записано все правильно. Законодательная база гораздо сложнее. И наша законодательная база построена так, что всегда существует два противоречащих закона. Таким образом, чтобы всегда можно было либо в одну, либо в другую сторону повернуть, там, где это выгодно. Поэтому, по идее, всю юридическую ситуацию в стране надо менять. Но вот вопрос. Дума собиралась производить ревизию. Они даже не знают на основании чего и во имя чего. Да? То есть не объявлена ни цель, ни смысловая нагрузка. И самое главное, что, скорее всего, этим должны заниматься не госдумовцы. Сначала должны разобраться с этим профессиональные юристы. И все-таки понять, как будет, да, если они хотят реальной реформы, как будет решаться юридическое право на территории Российской Федерации, что будет основой, и создать действительно свод гармоничных законов, которые бы взаимодействовали друг с другом и не противоречили друг другу. Навряд ли это может себе позволить Дума, которая так раздираема противоречиями.